Порядка 200 жителей округа собрались у Вечного огня в Красногорске, чтобы присоединиться к всероссийской акции «Свеча памяти» и выразить солидарность с семьями пострадавших от бесчеловечной атаки террористов на концертный зал «Крокус-Сити-Холл». Среди участников мероприятия были члены спортивно-патриотического клуба «Ярополк» и его руководитель Илья Шадриков, коренной красногорец, ветеран антитеррористического подразделения «Альфа». Понятно, что все заказчики таких деяний злосчастных имеют цель общество разломать, но они же тоже должны думать, что после каждой такой ситуации Россия, ее народ, многонациональный народ, становится только сильнее и сплоченнее. Сегодня мы собрались, чтобы помолиться за здоровье живых, которые побыстрее, чтобы вышли из больницы, и, соответственно, помолиться за тех, кто ушел в мир иной позавчера, ну и вчера. О всероссийской акции памяти 24 марта люди узнали из сообщений информагентств. Многие пришли с родными, близкими, друзьями и коллегами. Не только мы, вся страна скорбит, и мы хотели прийти сюда и показать свое единство, показать то, что мы с народом, что беда не конкретно семья, всех нас, всей нашей страны и многих стран, которые нас поддерживают, которые тоже провели минуту молчания и спустили флаги. Участники акции оставили у мемориального комплекса «Красная горка» сотни свечей, цветов и мягких игрушек. В знак поддержки родным и близким, тех, кого уже второй день как будто оплакивают затяжным дождем подмосковные небеса, затянувшиеся серыми непроглядными облаками.